еще есть гироскоп внутри, он его меняет маршрут самостоятельно. Установка движется сама и производит необычное впечатление. Это робот-подталкиватель кормов. На фермах с большим поголовьем будет очень к месту, уверен Александр Ешагин. А разработаны и собраны в Перми. Мы в течение 1,5 лет уже создали вот эту модель, которая не уступает импортным аналогам. При этом очень сильно превосходит их по цене. Все это часть специализированной межрегиональной выставки форума «Агротехнологии-2024» на площадке центра Пермэкспо. Губернатор Дмитрий Махонин пообщался с участниками и принял участие в торжественном открытии. Я убежден, что выставка будет полезной и продуктивной. Здесь, я думаю, будут появляться новые контракты, новые деловые связи. И это очень хорошо. Центральное событие этого дня – пленарное заседание АПК «Инвестиции в будущее», где обсудили поддержку сельхозпроизводителей. В Прикамье в этом направлении ведется большая работа. Так, например, большие средства регион вкладывает в техническое оснащение аграриев. Это именно инициатива Пермского края. Мы огромное внимание уделяем поддержке, стимулированию инвестиций, обновление техники – это тоже инвестиции в собственное производство. Также край активно поддерживает тех, кто приходит трудиться на село. И это еще один актуальный вопрос для любого предприятия – кадры. Так что среди участников оказалось и немало студентов. Сегодняшняя ситуация, она объективно требует от учебного заведения и не только высшего образования, но и среднего образования подготовку необходимого, высококвалифицированного, отвечающего современному запросу товаропроизводителя, специалиста. Если говорить о масштабах, выставка-форум проводится уже 2-й раз, и ожидаемое количество участников более 2000 человек. 80 компаний из разных регионов готовы показать и рассказать желающим о своей продукции. Интересная деталь. Для комфортного общения на выставке-форуме организовали Пермский агроклуб. Это пространство для проведения переговоров, ну или подписания контрактов. И не только контрактов. Так, сегодня было подписано несколько соглашений, направленных на укрепление экономического и аграрного потенциала Пермского края.